Всем огромный-огромный привет! Спасибо, что сегодня заглянули ко мне на кухню. Давайте приготовим вот этих чудесных птичек. Давно у меня просили сделать этот рецепт. И я хочу вам показать и рассказать, как я готовлю этих чудесных перепелок. Я думаю, кто готовит, уже узнал. Получается очень вкусно. Перепелка – это диетическая птичка. Я своих перепелочек уже помыла, отрезала ненужные части. Теперь хочу для них взять копченую молотую паприку, 1 столовую ложку. Сухой чеснок, тоже не 1 столовую, а чайную. 1 чайная ложка паприки копченой, 1 чайная ложка чеснока сухого. И половинку чайной ложки черного молотого перца. Вот так все перемешаю. И 1 чайная ложка обычной приправы для курицы. Обсыпаем перепелочек этой смесью. Тоже смотрите внутрь можно. Теперь беру маринад у меня от грибов, отмаринованных. Можно взять отмаринованных огурчиков, помидорчиков. Пожалуйста, какой у вас есть. Примерно 100 мл. И заливаю нашу птичку этим маринадом. Если у вас прям есть помидорчики, можно и помидорчики сюда. У меня грибочки. Даю перепелочкам час замариноваться. Перепелки хорошо замариновались. Теперь я беру жаропрочную форму и выкладываю перепелочек. Поливаю этим же маринадом и сюда же закидываю грибы. Если у вас помидоры, можно положить помидоры. Будет тоже очень вкусно. Накрываю все фольгой и отправляю в духовку минут на 40, 180 градусов. Птички запеклись, теперь я снимаю фольгу. Посмотрите, как красиво все это выглядит. Поливаю их соком и отправляю еще в духовку, чтобы они немного поджарились сверху. Готовых перепелок я буду выкладывать вот на такую тарелку с листьями салата. Перепелочки готовы, получаются они вот такие красивые. Укладываю их на тарелку. Сюда же выкладываю грибы и украшаю помидорками черри. Обязательно попробуйте приготовить такую вкусную птичку. А еще она подходит для диеты и правильного питания. Я думаю, вам понравится. Это очень вкусно. И кому понравится рецепт, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и не пропускайте новые интересные видео. Также заходите в группу ВКонтакте и поделитесь моими рецептами со своими друзьями и знакомыми. Я думаю, им тоже будет очень-очень интересно. Всем огромное спасибо, до свидания и пока!